Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Деловива», который располагается в Киеве на бульваре Перова. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется гордый велосипед от торговой марки «Команчи». Модель называется «Ориноко Диск» с размером колеса 26 дюймов, рама алюминиевая, тормозная система дисковая, механическая, вилка 100 мм хода, у которой есть две опции «Локаут» и «Предлог». Ну, более детально можем в следующем рассказать. Покрышка имеет ярко выраженную грубую протектор, что позволяет устойчиво ехать по пересеченной местности. Этот велосипед будет великолепным применением по пересеченной местности. При прогулках по городу также на нем будет удобно, потому что резина мягкая, резина комфортная. Вилка стоит от торговой марки Santur, у которой есть регулировка пружины. Предлог, а с другой стороны стоит локаут. Можно включать и выключать ход вилки, тем самым блокировать вилку для езды по асфальту. Тормозная система дисковая, легкосъемный эксцентрик позволяет легко снять колесо как переднее, так и заднее. В комплекте идет автомобильный ниппель у камеры. Рулевая у велосипеда Ориноко Диск полуинтегрированная, как мы видим, вот так вот тут выпуклые части, это говорит о том, что здесь подшипник спрятан, подшипники, надежный, хороший, качественный узел. Рулевая здесь качественная, руль, как мы видим, с надписями Команчи, что приятно, опять-таки, компания любит свои велосипеды и свои изделия, делают везде с надписью. Ручки совмещены с переключателями, количество переключений передач спереди 3, сзади 9. Моноблоки стоят, это достаточно хороший уровень оборудования, потому что идет от торговой марки Shimano, модель Acera, это хорошая монетка. Ну, также стоит отметить, что велосипед имеет двойной батинг, это вот написано на раме везде, имеется в виду, что рама в местах, где не надо большого усилия, более тонкая, там где много усилия, тут более толстые стенки рамы, поэтому велосипед легче и надежнее. Ну, конечно, стоит отметить, что передний переключатель от торговой марки Shimano, модель Acera. Шатуны здесь идут тоже классные, шикарные, от торговой марки Santur. Педали металлические, тоже надежно, долго будут служить. Сзади стоит 9-ряковая кассета и сзади стоит Оливия переключатель на 9 передач. Это классный уровень переключателя. Также стоит отметить, что у велосипеда есть специальное отверстие, которое позволяет установить багажник. Тем самым велосипед можно сделать из горного в дорожный, туристический. Легко поднимается под сиденье седло при помощи легкосъемного эксцентрика. В общем, велосипед очень довольно-таки хороший, приятный на вид, легкий по весу. По весу он весит 13,5 кг. Это стандарт горного велосипеда, у которого размер колеса 26 дюймов, с учетом того, что это алюминиевая рама. Если вас заинтересовал данный велосипед от торговой марки Команчи, модель называется Ориноко Диск, обращайтесь в киевский спортивный магазин «Деловива», всегда будем рады вас видеть. Ставим клиентам скидки. До скорых встреч!